его зовут? Слава. Откуда вы? Переславль. Сами научитесь? Ну, попробуйте. Время будет, конечно. Конечно, надо научиться. Чтобы услышать врагов и восхищать женщин. Ну, если что, по голове может. Ну, если что, это в крайнем случае. Но у нас миролюбивая концепция. Пока нас не трогают, мы никого не трогаем. Да? Да.